Всем привет! Доброе утро! С вами Константин и Татьяна. У нас сегодня 13 или 12 мая, 12 день. Вот так вот, да. Мы под Мариинском. Вчера вернулись на 13 километров назад. На кафе у Ксюши. Да, здесь стоят дальнобой, решили, что здесь будет более безопасно остановиться. Переночевать, потому что там, ну, совсем никого не было, пустырь, и мы одни. Сегодня у нас задача максимум — это Новосибирск, сколько получится, столько получится. Сейчас проедем через Мариинск, город, названный в честь императрицы Марины. Марии. Жены Александра II. Может, вырежем? Ладно, оставим. Вот так вот. Едем дальше. Аварийный мост, максимальная допустимая масса 20 тонн. Вон там едут две полуторки, наверное. Там в каждой по 40 тонн. Приезжаем в Мариинск. Одна из причин, почему мы вчера вернулись на 13 километров назад на охраняемую стоянку, это то, что здесь, в Мариинске, есть свой спиртзавод. Комбинат. Комбинат, да. И 4 исправительных колонии. Мы решили, что или то, или другое, а когда все вместе, это уже перебор. Но мы вот честно забоялись, мы вернулись назад и переночевали. Поедем в центр? Да. Едем в центр. Интересные очень светофоры такие. Таких, кроме Мариинска, еще пока нигде не было. А, именно столбы светофорные? Столбы светофорные. Ну, как написано в Википедии, это город-музей. Да. Очень красивые домики, кафе. Ну да, дома все разные, абсолютно разные. Одинаковых нет. Очень симпатично. А вот она и есть, улица Ленина, кстати. Угу. Давай маленько расскажем про нее. Это бывший кандальный путь. Здесь каторжники шли. Раньше называлась Московская Большая. Да, и это был каторжный путь. Тракт, московский тракт здесь проходил. Ну, в общем, как оказалось, свою сильную историю это место продолжает и сейчас. Как мы уже сказали, здесь 4 исправительных колонии. Но город сам красивый. Действительно, да, город-музей. Да, все дома, абсолютно все дома разные. Очень интересно. Всем, кто будет ехать по этой дороге, дорога объездная проходит мимо, но мы советуем проехать через город. Много памятников всяких. Славы. Аллея Славы, доска почета, герой. Вон Ленин еще стоит. Товарищ Ленин. Много всяких небольших памятников. Мужичку картошки. Вон избушки на курьих ножках. И тому подобных. Да, реально красивый городок. Симпатичный. Но и не скажешь, что это ссылка, да, что да. Это такое место с трагической судьбой. Угу. Здесь, кстати, здесь были сосланы сюда Рокоссовский. Здесь знаменитые академики сюда были, писатели. В общем, очень много знаменитых людей, которые были сюда сосланы в ссылку.
большой парк. Может, поэтому город и такой разнообразный, что здесь были творческие личности. Да, архитекторов много. Не просто заурядные. Еще строится. Да, это дворец бракосочетания новый. Бойцам погибшим. А это, наверное, и есть пограничникам. Парк. Даже свой парк есть. Магазинчик. Понятно, что многие дома уже современные, но все равно строятся, каждый со своим стилем. В стиле. Очень-очень красиво. И молодцы, что они продолжают вот эту вот стилистику разнообразную. Молодцы. Вот старые даже дома, полуразрушившиеся, завалившиеся, все равно у каждого дома свой какой-то орнамент на окнах, какие-то вот необычности, да? Но. Купец. Так, ну нам, скорее всего... Ну давай мимо автостанции проедем. Угу. Потому что мы сейчас, скорее всего... ЖД вокзал. По всему городу проедем, а назад выйдем к тому месту, откуда заехали. А тут же и ЖД вокзал, да, получается. Да, вот все в одном вокзал, месте. И ЖД вокзал. Вон, посмотри, паровозик стоит. Мемориал, ага, это и есть вот это построение. Угу. А то, о чем мы говорили. Это вот памятка тем, кто любит говорить, что Сталин это было хорошо, который, если не ошибаюсь, около 2 миллионов в лагерях сгнобил. Вот так они жили. Градусный мороз, да? Да. Работал, пока не сдохнешь. Сдохнешь, закопают. Следующий работает. Аж мурашки. Да. Реальные бревна вырезаны, даты. А сколько умов сгнобили здесь, да? Насколько сильнее мы могли бы продвинуться?
быстрее, да. Лучшие умы были в лагерях, расстреляны в ГУЛАГах, загнобили. Батюшка сейчас колокола лазер не будет. Да? Здесь соколов, как у нас сорок по Амурской области летает, очень много. И это реально соколы, это не копчики у них. Крылья на крыльях белые полосы, они побольше. Друг за дружкой гоняют. Едем по Кемеровской области. Да, Кузбасс. Едем в пригороде Кемерово. 5 километров осталось. 5 километров осталось уже до города. Дороги оставляют желать лучшего. Пока. Очень классные сегодня облака, как в том мультике по дороге с облаками. Вот мы и въезжаем в Кемерово, в Рудничный район. Вон, первый шаг, на сегодняшний. Угу. Дышится, да, здесь чувствуется, что индустриальный район, даже по небу он видно, чувствуется. Уже не видит камера. Оно и при том видно, что заводы стоят вон там под сопками, да, все, по кругу, вокруг, с той стороны города. Получается так, что все на город. Все, весь дым, да, сюда. Весь дым, вот, вот. Не чувствуется уже прям запах такой. Уже такой, да, есть у них. Ну, видишь, кто находится в городе несколько дней, они привыкают, когда тут с тайги приезжаешь. Ну, мы да. Жили уже почти 2 недели в тайге. Конечно, уже чувствуем. Такие гигантские тут трубы. Кстати, подставки на светофоры тоже интересные. Поедем через город все-таки, да? Ага. Видать, ну заодно и покажем. Смотри, трамваи по виадуку сейчас пойдут. Ага. Интересно, первый раз такое вижу. Ну правильно, зато не мешает. Но... А ему по виадуку сейчас. Ну да. Больше, чем Енисея. Енисея мы, конечно, ожидали чего-то другого. Пограндиознее. Да. А он оказался как наш бурей. Смотри, вот слева. Снимаешь? Да, снимаю. Царь. Нет. Там город. Я понимаю, основное все там. А вот трубы, которые дует прям
тут парк, ага. Прям на парк и на весь город. Замечательно все расположено, продумано, как всегда. Не, город очень чистый, да. Мусора нет, ничего такого нет. Но... старинные здания. Кого проехали? Кузбасс, Энерго, Раз. На вон фуры едут, значит, нахуй, да? Указатели, у меня опять проблемы с указателями. Куча перекрестков не показывают, куда нам идти. Было последние несколько километров. Широкий, да? Да, проспекты большие, конечно, такие широкие. Считаю, что по 4 полосы в каждую сторону. Автошкола. Нет, по 3. Ну, тут можно и по 4, я так понимаю, потому что разметки нету, каждый едет как помещается. Угу. Так, вот она, указатель Новосибирск прямо. Прямо. Было под номерами. Пазик едет, и вся крыша в газовых баллонах. Придать и ЖД, и автовокзал. У него сколько пропана наверху. А вот он, автовокзал. Там еще, смотри, на той сопке город. Да все. Если вот трактор не делал, это было лично. Заводов очень много. Вот мы проехали уже, да? Строительно-монтажное управление. Нет, техника, да, техника не было. Да, очень много заводов, конечно. Вот
тут еще какая-то база, да? База, заводы. Ну, мы, понятно, что мы едем за городом, по пригороду, грубо говоря, да? Уже, ну. Ну да, там же грузовикам было налево. Направо. Вот новогодние подарки. Берем, заказываем. Это, видать, кондитерская фабрика. Да, наверное. С другой стороны, удобно все так, весь промцентр. Подъезжаем к выезду из Кемерово. Предупреждение, что береженого Бог бережет. Пожелание счастливого пути. А Сибирь 240 километров. Да. Едем дальше. Едем дальше. 33 километра до Новосибирска. Вот такая дорога. Да, федералочка Сказка здесь перед Новосибом. Вообще, как вот такая должна быть федеральная трасса. С ограждением, с разделительной. Вообще нормально. Образцово показать. Но... Едем дальше. Офигеть, он здоровый. Где-то там начало, где-то там конец. Называется Нофт Холл. Нофт Холл.